Здравствуйте, с вами Данте. Это мой летсплей по Майнкрафт бета. Как видите, у меня тут железная дорога. И мы поедем. Сейчас, секунду. Так, значит, первое, что мы говорим, вот тут у меня пекутся стекла. Тут песок, стекла и песчаник. Я так популярный голос у нас, она вот тут стояла. Так. А тут у меня кактусовая форма. Спускаюсь. У меня автоматическая кактусовая ферма тут. О, видите? И прилетает вот сюда. 23, 24, 25. Да. Ну, конечно, можно не погуляться, но ладно. О, уже только что пришел, уже 29 уже собрал. А был бы не густой крафт, у меня уже много всего. Всякие рандомные. Так, мы можем снизу. А, вот, просто как-то. Будем лучше снять кактусы. Уже будет по кактусу. Не по кактусу. Так. Ну, в общем, я... накапываю тут песка. Запихиваю в печи. Ну, и обжигаю. Тут, как видите, еще есть камень. Песчаника и фермента. Кстати, у меня уже алмазные вещи, я накопал для алмаза шахту, где я наработал алмазы полностью. Еще раз, от шахты мне не это, я правильно нормально описываю шахту. Этих теперь не надо. Я тоже очень пытался, чтобы так и формировался мир. Так. Ну, вот, я сейчас... Ну, вот, можно для кого-то только с этим немножечко так... не получилось. Что, не получилось. Что получается-то, я? О-о-о! Ничего себе. Ладно. Так, можно было посмотреть, конечно, сначала, что тут было. А, так, три песка. Так, а вот. Так. Блин. У меня ветка с перстовым стекло видит, обновляться тогда как мы. Можно. Так, а вот. Ну, чё-то. А, нет, я помню, было. Ну, блин, ладно. А, допустим, вот тут. Так, нет. А, вот. Может, кто-то тут приедет. Вот тут у меня АД-сплит. Вот тут верстак. Конечно. Ну, прочитать не знал. Так. Пора на самом базу. Так, в общем. Шахта. Шахта. Шахта вообще 54 кого. Вот эту серию я предусматривал только тут. Под фену кактусов. И фабрику стекла. Чего мне надо показать, чего мне не удалось. Показать, как немножко украсть эту ахтарную базу. И как видели, я выделил немножко своего места там, в башне, чтобы сделать монорай в студии. Прям на базу.
много прекрасен свой панел. Кстати, вот тут была маленькая тоже ферма. Ну, в общем, туда можно до сих пор пройти, там кислотик надо. Там кактусы выращивать. Ну, она маленькая получается. И мне она не нравилась. Тем более, я у меня тут так сильно размещено все. Подземный лес, пшеничная ферма. Ну, тут уже собрала, вот. Я тут много раз собрал, у меня много людей потратил. Так. Ну, вот это можно... Завтра уже потренировали, потому что ничего полезного тут. Ну тут можно поразить, тогда куда ночь, ничего делать, даже спать, кстати, вот тут можно посмотреть, какие типы древесины есть в Майнкрафте. Это дуб. То есть елка, вот это дуб, береза, вот это, блин, еще на одном сроке я бы не видел, вот это как яблоня еще использовалась. Кстати, я на новом сервере на game.minecraftmoscow.ru поиграл на нем. Конечно, хороший сервер, он ничего не говорил за него похоже. Опа, ничего себе. Вот сколько я смогу все похлебки сделала. Вот что значит растить грибы правильно. И ходить не очень часто. Они уже разрослись немножко. Ну, как у них нормально так разрослись. Так, так. У меня тут было 4 дуба. Так, ну, это тоже... Вот, это сколько? А, тут. Я вообще это как бы... временную... Фильму... Хочу немножко расширить. Вот так же с бустера вижу, что делать теперь. Осветление так. В общем. Тут гриб. Тут гриб. Тут гриб. Тут гриб. И это тут. 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 Нет, нет, нет. Это тут. Ну, вот тут. Все. Теперь пустые растут. Так. Ой, ё. Как у меня? Она очень у меня. Тут много картин. Тут вот это я вот показывал. Так, похлебка. Похлебка, да? Это должно быть дерево. А, вспомнил. У меня вот тут все дерево. У меня типичка, не знаю, что я еще не сделал, что на тут ходили. Вот я тут не надам важно только. Я вот использую чудо. Вот я... Я уже... Серёга Сергея. Много. Так, 18. Я хотел вообще-то и 3. Ладно. Сделаем чуть больше подхлеб. Так, ну тут могу какой-то подхлеб. Так. Если
после 5 хэдвиз примерно. Тут чеквиз. Разные стыки, так скажем. Возьмите на правых кнопку мыши. У вас и сразу нажмите Shift и левую правую кнопку мыши. У вас есть этот, то что вот тут крафтили, попадет сразу в инвентарь. А если зайдете в крафтик, нажмете Shift и нажмете правую кнопку мыши, то у вас, так скажем, в руке будет предметы или пики инвентарь, куда вам нужно. Так. Вот тут у меня святое. Это буду использовать тогда, когда идет время. Так, у меня немного тут всякой меломотии. О! Уже пошли. А, так. Если спросите, что у меня такой голос хрипит, много чего. У нас, в общем, сосед один. Вот у него тут, если делаем это, вы стучите в дверь, вам не открывают. Вы что, будете всю ночь стучаться, блин, пока вам не откроют, что ли? Я смотрю, зачем я сейчас это траву доливаю. Нет, не родись, не. Я просто не люблю эту траву. Нет. Все такое, так плохо, красиво, это подходит того. Эти я на зеленом дроне пробовал. Значит, показал свой подземный лес, то показал, а вот надземный лес. Я не показал, видите, это берёза, ёлка. Ну, ночью, видите, как у меня тут всё выросло, разрослось. Свиньи обитают. Вот этот лес я сейчас, я носик увижу. Тут тут помнится всякая хрень, ладно. В общем, я серию подхожу к концу. С вами был Данте. Всем удачи в мире Майнкрафта и других играх. Всем до прощаемся до следующей серии. Аж это все залагало так жаль. Что прощаемся. Ладно. Займ был там, как я вам говорил.